Вот такое детское любопытство порой может привести к печальным последствиям. Открытые канализационные люки по всему двору. Единственная защита – это полусгнившие деревянные поддоны. Вечером в этом дворе вообще нужно быть начеку и четко знать фарватер, чтобы дойти до подъезда. Ведь уличного освещения здесь нет. Даже могу показать. Вот, пожалуйста. Вот она труба. Течет все к нам туда. Ливневые трубы вроде есть, а вот отвода нет, поэтому во время дождя затапливает весь подвал, по пути вымывая грунт из-под дома. Но на эти проблемы жильцы новостроек уже закрывают глаза. Сейчас для них проблема номер один – отсутствие горячей воды и отопления. Здесь не было, в общем, вторичной приемки дома, нет озеленения, ну, чего, нет воды горячей теперь, отопления. Вот, и с детьми вот так живем. Дома питает собственная котельная, но запустить ее не получается. Как говорят жильцы, причина всему – долг застройщика перед газовиками. Когда он будет погашен, неизвестно. Компания, построившая дома, сейчас через суд пытается признать себя банкротом. Все переводят вину друг на друга. То есть управляющая компания говорит, что мы те деньги, которые вы выплачивали за котельную, мы отдавали все вовремя. И ИСК говорит, что у нас никаких долгов нет. Никто, соответственно, ничего, все друг на друга валят, но виноваты, как видите, мы жильцы. С помощью Минстроя Коми недостроенные дома и территория возле них переданы под контроль одной из управляющих компаний города. К обслуживанию мы уже приступили, да? Что касаемо недостатков. Значит, претензионные письма написаны все в адрес строительной организации. Ждем от них действия и реакции. В том числе и по отсутствию горячей воды с котельной, и по благоустройству территории. Закончено это благоустройство в части озеленения, да, ряд там моментов, что касаемо асфальтирования небольшой участки. Ну и такие прочие мелкие моменты, как детские площадки и так далее. В компании добавили, что плату за отопление и горячую воду жильцов пока брать не будут. На вопрос, когда же заветное тепло придет в дома, коммунальщики ответить так и не смогли, но уточнили, не в этом месяце. Евгений Ершов, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган Сыктывкар.